Ночевали сегодня в каньоне реки Кумакапа, вроде так она называется. Речка такая, наверное, километров 20-30, которая впадает в Каспийское море. Даже есть течение. Сейчас интересно попробовать, вода соленая или пресная этой речки. Соленая. Терка это. Терка верблюда. Вот это еще не вылез. Узенько, да? На потолок еще потом посмотри, когда обратно полезешь. Ой, а что там? Вообще клаустрофобия. Клаустрофобия? А ты залез сюда? Да. Блин, не протиснуться. Внутри стены некрополя Кенты Баба. Раньше они были довольно-таки щуплыми. Хотя не важно. Непонятно, зачем этот лаз. О! Я вот думаю, об этих стенах, возможно, тоже есть полость. О, вот сейчас тут. Сейчас можно. Пить хочешь? Коробка, там вот есть в ущелье какая-то текущая вода, что-то они туда ленится, ходить, закаляются. Ну, тут потому что дают. Ну да. И зарабатывают на жизнь каждую коробку как можно. По-моему, тут есть насос. Это насос туда в гостиницу. Да, я так понимаю, что это в гостиницу. Так, ну вот, берите. Thank you.
конце будет. Я думал, там дальше будет больше этих световых окон. Жигылган. Ну и дуло. А он еще здесь кверху, наверное, представляешь? Аэротруба. Огромные. Птеродактили? Ну, отдельно вообще от владельца. Красные майки, красные рачки. Это вообще и синее море. Ой, не могу. Можно на стол ногами? Тебе можно. А хлеб резать, доска! Дайте. Доска, хлеб! Я знаю, что надо делать для того, чтобы все сами себе еду делали. Надо всех выматывать, чтобы они все голодали, потом вообще делать ничего не надо. Вася, такой политик просто. Странно, это как-то пиво употребляешь. Да вообще, нету его там. Он сардины плавает. Вкусно вот. То есть ты сам туда закинул сардину? Нет, они туда прилетели. Прилетели? Прямо в такую маленькую дырочку? Летучие сардины. Она бычка, бычка наест, бычка утащила. Я рыбу поймал. Какая змея? Смотри, он что-то поел недавно. Не пугайся его только.